С вами Ярославна Громакина, и сегодня я расскажу, как можно вставить картинку в свой пост, не скачивая ее на свой компьютер. Итак, вы заходите, например, в какую-то группу, там вам понравилась картинка, допустим, это. Что мы делаем? Щелкаете на нее левой кнопкой мыши, картинка у вас открылась, стала больше. Затем щелкаете на ней правой кнопкой мыши и делаете «Копировать адрес ссылки». Либо там может быть написано что-то типа «Копировать URL». «Копировать адрес ссылки» написано у меня. Заходите на свою страницу, либо в свою группу, куда вам нужно вставить эту картинку. Ну, вот делать, что у вас нового. Опять правой кнопкой мыши «Вставить». У вас вставляется URL картинки и сама картинка. Затем эту ссылку вы можете удалить. Она вам уже не нужна, чтобы ее было не видно. И здесь пишите, что хотите, да? Все, ваш пост готов, можете его опубликовать. Вот так легко и просто, не копируя картинку на свой компьютер, вы можете вставлять ее в посты. С вами была Ярославна Громакина. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!